Можно ли попасть в параллельный мир в сеансе регресса? Обычно нет. Ну, давайте так, если у вас там не было воплощения, то вам просто скажут аккуратно, что извините, информация заблокирована, она вам недоступна. Если у вас было какое-то воплощение, вам его покажут, вы его посмотрите, но будет сделано все, чтобы вы не увязали, что это вот тут же на Земле происходило. То есть, ну, как бы где-то какое-то воплощение, но оно вот непонятно где. То ли на Земле, то ли не на Земле, да. Но, опять-таки, для того, чтобы соблюсти вот это вот условие эксперимента, вас отведут от информации, что это где-то параллельно протекало.